мошенник, мошенник продает билеты на несуществующие концерты. Ты куда побежал? Первый канал снимает тоже. Идем в полицию. Сейчас приедет сюда следователь. Мы милицию вызвали, держите его. Держите его. Мишаня, мошенник. Едигорян Михак Сирожевич. Собирает людей 600 тысяч за кредит. Кредит на концерт Брянцева и все остальные кредиты. Следственный комитет сегодня выехал. Сейчас приедет. Вот многодетная мама едет, которую он кинул на билеты в цирк. Он кинул классы детей. Билеты в цирк, учителя придут. Пришли, там учителя стоят. Сейчас все документы распечатали. Прямой эфир, первый канал, все подписались. Увидимся на встрече. Обязательно. С мошенником. Мошенник. Едигорян Михак Сирожевич. Запомните, группы в Вайбере обманывает. Всех кидает на деньги. Всех обманывает. Все пришли с документами. Конечно. Куда ты пошел, Пошли. О, сейчас милиция приедет, полиция, стоять, сказала! Стой! Убегает опять! Не, вот полиция сказала, я иду в полицию, он сказал. Ну идем? Обзор, да. Останови! Да, да, здесь есть! Всех зовите, судимые наши! Зовите всех! Я имею право написать заявление. Да подпиши, что хочешь. Не, не сюда, ходить туда нельзя. В Обезьянниково сразу определяйте. Ты правильно зашел, ты туда. Только не забудь указать, а заявление от мошенника Едигоряна Михака Сержевича. И все здесь с документами, с отказами от полиции, все с распечатанными делами, у всех большие суммы, у кого 600 тысяч, у кого 300, у кого 30. Сотрудники ОБЭП по нашему коллективному заявлению, которое мы написали. Следственный комитет, Бастрыкин. Сколько вам должен? С его стороны. Полиция говорит, да, что нет состава преступления. Простите меня, человек, который собрал около миллиона денег, изначально знал, что он не организовал эту больше поездку, миллиона, что она не проплачена. Больше, да. Как же тогда нет состава преступления? Как нельзя доказать, что, что он вроде как не собирался нас кинуть? Да он собирался кинуть на 100%. Конечно. Конечно. Мы там вызывали полицию. У всех переписки одни и те же, вызывали обещания. Вызывали полицию, писали заявление. И знаете, что нам ответила полиция по нашему коллективному нет заявлению? Состава, да? Нет состава преступления. Да. Внимание, да. Внимание, почему, какова причина? Якобы, когда группа приехала в ШИПСИ, свободных мест не оказалось. То есть Мишаня, Михаил, ой, как... Михак, Михак Сирожевич, вроде как, ну, он же честно, честно исполнил свои должностные инструкции, как организатор. Но мест не оказалось. Тогда задается вопрос, простите, мест не оказалось. Тогда мы, проплачивая путевку из своего уже кармана, нас-то почему-то засидели. Ведь сумма была большая, сколько вы заплатили? Я заплатила 24 тысячи. За одного. 82. 82 тысячи заплатили за троих. Еще плюс дорога обратно до Саратова. Да, и причем, какой тут может быть отдых, если мы сидели утром, днем и вечером, мониторили. Это конец августа. Люди уже выезжают с юга с детьми. Билетов нет.